Книга «Открытым оком». Тема объединения. Том 11. Вопрос 2429. Стремление к объединению имеет под собой ту основу, что зарубежная церковь никогда не считала себя отдельной или автокефальной, а значит только и ждала, когда же вновь влиться в свою прежнюю епархию. Так за что же осуждают митрополита Лавра сегодня? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Да, так и было, но пока были в гостях за границей, в это время мать второй раз вышла замуж из-за бандита, а он завел свои порядки и ждет возвращения заложника, чтобы убить его, изнасиловать и зарезать. Так следует ли радоваться этому возвращению, когда случилось, что ничего, когда случилось то, чего не предвидел ни один митрополит зарубежья, ни патриарх Тихон. Цитата. Чтобы освободить нашу иерархию в России от ответственности за непризнание советской власти заграничной частью нашей церкви, впредь до восстановления нормальных сношений с Россией и до освобождения нашей церкви от гонений безбожной советской власти, заграничная часть нашей церкви должна управляться сама, согласно священным канонам, определениям Священного Собора Всероссийской Поместной Православной Церкви 1917-18 года и постановлению Святейшего Патриарха Тихона, Священного Синода и Высшего Церковного Совета от 7 по новому стилю 20 ноября 1920 года при помощи Архиерейского Синода и Собора Епископов под председательством Киевского митрополита Антония. Заграничная часть русской церкви почитает себя неразрывною духовно единою ветвью Великой Русской Церкви. Она не отделяет себя от своей матери церкви и не считает себя автокефальной. Она по-прежнему считает своей главой патриаршего местоблюстителя митрополита Петра и возносит его имя за богослужениями. Кавычки закрываются. Пророк Неемия 2.10. Когда услышал сие, Санавалат хоронит и Тове, аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. Неемия 13.7.8. Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Элиашив, отделав для Товии комнату на дворах Дома Божия, тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товины вон из комнаты. Серахова 13.12. Когда сильный будет приглашать тебя, уклоняйся. И тем более он будет приглашать тебя. Ничто не препятствует объединению, так как нигде нет миссионерской настоящей работы и евангельской веры, а все утонуло в обрядоверии.